всю ночь гуляли. Мы еще не в Сочи, мы пока еще в Москве. Друзья, что это у вас за банкет 12 дня? Так, мы же в Турции. В смысле в Турции? Я думал в Греции. Почему в Греции? Мы же в Турции. Ё-моё. Бархатный шансон сегодня, друзья. Здесь собираемся, обсуждаем нашу поездку, что будем делать, как и... Хотя и так все понятно. Просто будет весело и хорошая музыка. В общем, бархатный шансон уже начинается, друзья. Вот недавно мы ездили на Сахалин на рыбалку с друзьями. Оторвались по полной программе, на неделю как раз тоже ездили. Я думаю, что это будет такая же поездка, только вместо рыбалки у нас будут песни. Опять же, будет много разных знакомств, новый музыкальный опыт. Вот мой отец, когда ходил в море на корабле, он там пел. И там на второй день он уже простыл и голос сел, не мог петь. Он говорит, что ну говорят о том, что если петь в море, то голос быстро садится. Вот как раз мы это и проверим. Я вот не знаю, насколько это правда или нет, но вот будет для меня еще один опыт. Буду петь на корабле и посмотрим, как выдержит мой голос эту поездку. На Story Grande голос не садится. Ну вот, опытные люди говорят, что голос не садится, потому что там что? Бархатный шансон. Вот, я очень рад, что буду принимать участие в этой поездке. Я счастлив, потому что, ну, опять же говорю, что много работы, а тут это будет работа совмещена с отдыхом. Я надеюсь, что это будет именно так. И здесь я ловлюсь на мысль, что действительно сейчас мы вот собираемся в лагерь, потому что чудесная атмосфера, зрители и артисты, и мы собираемся в закрытом пространстве, бежать некуда, связи, ну, то она есть, то ее нету. Никаких забот, и только общение с зрителями и общение с артистами. Вот. Я очень жду эту встречу, я уже готов. Буду ждать утреннего где-то аэробика, которая была, помните, у нас с утра. Я смотрю, одни девушки занимаются, думаю, ну странно как-то. И тоже принял участие в этой истории. На следующий день смотрю, уже мужики подтянулись. Это здорово. В общем, спасибо огромное за приглашение. И я в предвкушении новых встреч, новых знакомств и классных концертов.